Ир Васильевич. Вот, то есть сейчас есть это там горбатя. Уборщицы, которые это ничего не делают, не убирают. И если нам, сторожам, приходится там пользоваться туалетом, то мы наливаем бутылку, смываем это все водичкой, а там где-то все перекрыли воду специально для того, чтобы показать, что школа не готова к приему детей. Правильно, они за 2 месяца прислали в техникум уведомление о том, что 11 октября расторгается договор аренды. Не Горбатин беспокоит. Я к вам с жалобой. Вот мне говорят родители с 34-й школы, что вы их агитируете покидать школу. А у меня вот на руках письмо за подписью Малюлина. То, что по законности этого процесса проводится проверка. Как-то вот нестыковка. Хорошо, завтра приеду. Только чтобы заберите документы и все. А что сегодня кто-то приедет и будет вручать уведомление, вообще об этом слова не было. Мы до вас доведем, вы сейчас будете заходить по очереди, доведем постановление городского головы о реорганизации родителей, именно родителей. Вот, посторонних мы не приглашаем. Это и у нас сегодня не митинг, не так далее. А как вы уведомляли, простите, Александр Алексеевич, уведомляли родителей? Вот мы сейчас уведомление. Куда вы хотите пойти? Минуточку, вот о том, что сегодня состоится вручение уведомления. Мы как вы уведомили? Обзвонили а кого? Как еще, по домам ходить или что? Нет, минуточку, все, обзвонили родителей, пригласили на собрание. 1-3 класс? Почему 1-3 класс? 6 класс сказали, что они придут завтра. Вот есть родители, которым никто не звонил, но звонила прокуратура. Но звонили с прокуратуры и сказали, что вопрос о реорганизации решен и все. Вячеслав Александрович, ну вы же знаете, как знакомиться с документами, нигде с ними не знакомиться. Нет, я имею... В соответствии с моим статусом, я имею полное право знакомиться с этими документами. Имеете право. Поэтому... Но вот этот товарищ не имеет. Почему? 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 А где? А чем вы, товарищ, отличаетесь от меня, скажите? Ну, например. А чем вы, товарищ, отличаетесь от меня? Ничем. Ну, а тогда почему вы имеете право, а я не имею права? В данном случае мы работаем с родителями. Это они решат, с кем вы работаете. Вы можете здесь вообще не работать, если они захотят этого. Я могу не работать. Вот и все. И вы не определяете, как сюда они будут заходить. Ходить, или вы выйдете сюда. Пусть ваши сотрудники, чиновники выйдут сюда к родителям. Это вы что определяете? Сейчас они к вам побегут на цирлах туда. Чиновник, вы с чиновниками встречаетесь. Я с чиновниками не встречаюсь. Лыткина, пусть выйдет сюда к родителям, мы будем общаться с ними. Почему вы 7 классу звонили, родители пришли, вы в обед отдали им документы? В седьмом классе один Демский. Вот я его не могу, они еще не приехали. Ложь сплошная была, что вот уже решение принято, хотя оно в то время вот принято не принято. Было. Нет, ну, когда оно принято? Да, стоп. Когда оно принято? Вы были на прошлом совещании была. Здесь? Когда оно принято? И что ж, какой разговор шел? А разговор шел, что 18-го будет согласовано. Вот оно было. Нет здесь никого. Ни ребенка, ни внучки, ни внука. Но я хожу на каждое собрание, на каждое совещание. Вот, для того, чтобы представлять интересы жителей, являющихся родителями наших детей. Что вчера? Вот вчера, допустим, приходил здесь Дубачев и из промышленно-торговой палаты по поводу приобретения этого здания. Вот вы раз общины. Чего ж вы не были на этой встрече? Ну, во-первых, меня ничего не поставили. Ну, сейчас разговор идет конкретно о том, что... Куда вы пойдете в соответствии с этой реорганизацией, какое учебное заведение? Александр Алексеевич, вот и все. Это разговор не недели, не полутора, не месяца. И это не три наше. Года и это не вот наше, эти общежития это. Собираются выкупать. Их так до сих пор не выкупили. Почему вы, не имея точного определения, что вот оно завтра будет выкуплено, и у бюджета будут деньги на то, чтобы его выкупить, а потом ремонт делать? Почему вы не продлили занятия в этой школе?
по просьбам родителей. Почему? Почему вы показали какие-то фотографии шокирующие? Кто? Так вот, вот ходят товарищи и фотографируют, и потом кому-то это самое. Да, здесь кому-то. Пресса. Вы подождите, подождите. Вот вы, Надежда Ивановна, вы были в этом самом... Ну то, что нам показывали у Смоленского. Мы были на встрече. Вы везде встречаете. Я-то не... Я же с вами-то не на одной встрече не был. Меня не приглашали. Ну раз вы никто, ничто, и звать вас никак, значит, не надо обзванивать. Кого обзванивать? Я приглашаю на собрание. Вот, вы обзваниваете, приглашаете забрать документы. Да. Зачем вы? Кто вас уполномочил? А кто уполномочил, мы знаем прекрасно. Вот. Под чью дудку вы пляшете, мы знаем. Замечательно. Поэтому, Александр Алексеевич, дорогой, давайте так скажем. Была дана установка закрыть школу. Вы ей следуете. Вот вы Почему вы закрываете школу накануне учебного года? Да не я закрываю. Вы сейчас ознакомьтесь с постановлением городского головы. А с моего-то что? Подождите, а городской голова много здесь в Калуге? Сейчас поработает годочек и убежит. Надежда Ивановна, сколько он здесь... Ну пусть она выходит, и мы нас не надо. Это город, это начальник. Давайте ее сюда. Какой начальник? Что он будет проверять? Вы директор или нет? Да, он директор. Я не знаю, школа закрыта уже или нет? Нет. Школа на стадии реорганизации. Виктор Иванович, вы знаете, что реорганизацию дается 2 месяца. Школа закрыта или нет? До 20 какого-то там октября она это нас это предупреждать должны были. В конце мая. Не в конце августа. Ну вы же залезьте в интернет, почитайте закон об образовании. Вот, мы читаем интернет. Про 3 месяца. Закон о защите прав детей. Да. Почитайте. Есть такой закон о защите прав детей. У меня, кстати, есть вполне вопрос. Она учитель вашей школы, Татьяна Павловна. И вот когда нам на собрании сказали, что на педсовете все учителя сказали, нет, мы не пройдем аккредитацию, все, крест надо ставить. Я хочу спросить, Татьяна Павловна, так было? Вы были на этом собрании? На педсовете. Был такой разговор, что мы не пройдем аккредитацию? Кто говорил? Я лично не говорила. Ну, это говорят в управлении образования, это говорят. Минутку. Количество детей, если в 9 классе 2 ученика, какая может быть аккредитация? Нет, до 9 класса у нас 2 человека. Когда Оля хотела 5 класс перевести в город, вы с руками уцепились. Для чего вы делали? Чтобы на пенсии вам доработать. Что руками? Я на пенсию. Стыдно должно быть, Александр Алексеевич. Мне стыдно, Надежда Ивановна, когда вот вы говорите такие глупости. Нет, Александр Алексеевич, мы не тянули правду. Мы пришли, хотели забирать, и сказали, что все, работать будет, школа, все. Все, 9 класс, у нас такая ситуация. Не, что нам в школу надо идти? Аккредитацию наши дети не пройдут. Тогда учителей надо этих вообще аннулировать. А почему вы учителей, через 5 лет аккредитацию делаете? У нас 2010. Да, наша еще не прошла, а 6-я уже не прошла. Она туда присоединяют. Как это дурдом? Как это можно умом понять? Я про 6-ю умом. Как вы не понимаете, да, что это про что не знаете? Умом Россию не понять. Россию. Мы тоже не пройти, а они уже не прошли. И нас к ним присоединяют. Но это где? Да, ребята, никакие уведомления не подписывают. За аккредитацию отвечаете. Не поеду, я еще раз говорю, у меня нет, ты говоришь, не внучки, но я болею за справедливость. Никто ваших детей без образования не оставит. И 1, и 2 сентября, и 5, 10 придете, вас возьмут. Первые дни учебного года, это ознакомительно, они еще ни о чем не говорят, ничего не значат. Не думайте, вас пугают, вас стращают, вас, я не знаю, вас ставят в такие условия, что все. Сегодня 20-е, 10 дней осталось, и вдруг у них только решение нарисовалось. Незаконно. Да кто делает это? Кто такое решение принимает? Они хотят вас по очереди вызывать туда и по очереди с вами разговаривать. И вас уговаривают. А вы давайте, если вы подпишете сейчас добровольно, согласие на то, что вы получили уведомление о переводе ваших детей в какую-то школу. Все, вы сам разбудите. Все, вы сам разбудите.
Понимаете, не надо рассчитывать на то, что не будет. Александр Алексеевич, мы туда не пойдем. Правильно, это общий, но не по одному прессовать, Александр Алексеевич. Татьяна Павловна, ответьте мне на вопрос. Вы преподаватель, который учил меня здесь, в этой школе. Я сама лично закончила здесь 11 лет. В этом же вот помещении. И у меня после входит на телевидение. Да. Преподавали у нас. Я не знаю, как бы, всех, кто там по имени. Читала статью собственными глазами в Калужской неделе. То, что было сказано, то, что за эту школу стоят только те родители, чем не интересна судьба и жизнь своих детей и все остальное прочее, что здесь дети учился непонятно. А я вам сейчас понесу последнюю из Калужской недели на прошлой неделе. Вот где ваша вся команда? Вы с мэром там разговариваете. И все договорились. И чего ж мы одно и то же? О чем договорились? О чем договаривались? Давай, моя сестра средняя закончила эту школу, которая сейчас работает преподавателем в колледже. И пусть вот выйдет человек, который говорит то, что здесь, не знаю, плохое образование, что здесь плохие учителя. Всех учителей разогнали, там кто-то такую обстановку создали. Какой коллектив был? А то, что в последние заметки Елена Евгеньевна. А вот почему? Ну, и что последнее? А почему? Да, потому что развалили весь коллектив. Это дело, что и все идет к нам. Если вы столько лет все работали, почему вы допустили вот это вообще мы все? Допустили. А что от меня лично? Да, я Лёва устраивала, кстати, сюда в школу, подавала документы. И вот передо мной стояли Валентина Евгеньевна, передо мной стояла Ольга Анатольевна, которая выпускала. Елена Евгеньевна, наверное, да, тоже, которая ушла? Нет, ее не было на тот момент. Они вдвоем со мной общались. Вот, я умоляла их не увольнять. Подождите, дайте я скажу. Я просила. Ольга Анатольевна действительно плакала. Плакала, когда уходила. Валентина Евгеньевна нас выпускала, а Ольга Анатольевна стояла плакала. Она говорит, Наташа, я бы твоего сына вела бы до последнего. Ко мне вынудили уйти. Из четвертого класса нас вынудили. Нас вынудили уйти. Это закрывание-открывание каждогодное. Оно уже просто вымотало всем нервы. Вот абсолютно и вам верно. Все. И нам абсолютно верно. Сказал, что наши учителя вообще негодные. Поэтому наши... Какие они негодные? Вот мне просто интересно, с чего они негодные? Тылкин сказал. Тылкин сказал. После этого наша учительница, вот Ольга Владимировна была, она написала заявление, потому что ей мешали с грязью. Их оскорбили, конечно. А мы тут дураками все выросли. У нас учителя не будут. Ну вот. Получается, что это Тылкин так сказал, да? Тамара Евгеньевна протокол писала и плакала, сидела. Ну я представляю. Ну, что, вот насколько она, сколько она лет в школе. Он несколько лет отработал в Тининской школе, откосил от армии, а теперь он стал... Я читал эту газету, нет, это не и будет начальная школа и детский сад. Это абсурд. Ничего здесь не будет. Ни начальной школы, ни детского сада. Вы сами в это верите? Просто это здание кому-то приглянулось. Просто вот это вот вся округа показалась, кто такой? Нормально. Не будет здесь ничего. Значит, для детей проживающих. А мы-то проходили. Мы живем не первый год. Я старше вас будет и не на один год. Мне так и не ответили на вопрос. Он здесь живет, ему надо? Была последняя. Да, конечно, мне ничего не надо. Была последняя встреча с Бараном, про которую в газете. Хорошая, большая статья. Вы все веселенькие такие, красивые. Все договорились. О чем? Да я сейчас принесу газету. Да почему ты принесу? Мы ее не знаем. У меня уже целая подшивка этих газет. Где вы встречаетесь, то с одними, то с другими. Что долго вы пишете, президент? Все письма у нас. Да. Ну, они все равно сюда, какую-то маленькую стране. Маленькую, что мы с Аникеевым встречались, и что мы его умоляли присоединить нас к шестой школе. Мы говорим, ложно, лжи, ложно погоняем. Нас сейчас и приглашают. Мы приглашаем людей, которые принесли это. А что тут такое? Они что, не просто пусть выйдут и покажут, начинают присягу. 12-го, да? Не с 1 сентября, а с 1 числа. Фото показать этого страницы вам? Покажу сейчас. Послушайте, нет, я ее знаю, эту страницу знаю. Послушайте. Значит, я это постановление на регистрацию в налоговую инспекцию. Мне 27-го выдают свидетельство о регистрации
начало процедуры. 27-го какого месяца? Августа. А через 3 дня первое. Виктор Иванович, все эти дела все знают, что вы лопаете. Ничего не знаю. Вот. Я знаю, что только если вам декабря, раньше декабря никто вас не закроет. Сейчас. Аккредитацию. Хотите лекцию прочитать? Тихо! На эту процедуру. Пока я здесь, управление не выйдет сюда. Я сразу говорю. Вот я уйду, они сейчас придут. Почему вы как директор школы не заявили о том, что земля продается, а? Какая земля? Какая земля? Вы что? Бывшей школы какая? Бывшей школы? Вы поехали. А вот я честно, это, списанием этой бывшей занимаюсь. Да. Почему вы не занимаетесь? А потому что уже поздно было. Да. Поезд ушел. Надо 5, было 15 лет, 20 заниматься назад. А какая разница? Вы все равно пенсию. Ну, они у меня справились. На защиту родителей. Ева, ничего не подписывай. И уйдете с честью на пенсию. Вы к этим делам не относились. А я тем более. Я пришел уже. Там уже коттеджики были. Сгоревшее вот здание еще стояло. И вот тут оно еще на балансе. А земли-то не было, здание, и но вот и земля. А там прикопы сейчас стоят. Вот это здание, и вот это земля. Товарищи, во-первых, горуправа приняла решение 10 октября. Пускай сюда. 13 года первое постановление приняла горуправа. В октябре 13 года. Сейчас тут у нас бумаги с Вячеславом Александровичем. Потом принимает постановление областной администрации 6 февраля этого года уже. Повторное. Дальше идет, опять принимает постановление горуправа уже. Понимаете? У них уже 3 постановления вышли, и от 13 года, от октября, они об этом молчали. От февраля они молчали. Они нас поставили в известность, так сказать, на дороге, на проходе. Баранов приехал в мае сюда, и он заявил, что он закроет школу. Почему чужой человек распоряжается судьбами наших детей? Чужой человек, который не знает ни город, ни местность, ни людей, ни... все пишут, все это сам. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуальный подход. Человеческий фактор. Надоело слушать эти слова. Надоело. Где? Никто не заботится о наших детях. Вот лишили отрубить голову школе, и все. И на этом конец. Нет проблем, уже давно сказано. И вот целый год нам молчали. А с 1 июня, если, как говорят, директор начал обзванивать, значит, он знал, но никого не предупредил в мае. Да. Получается, что он знал, но никого не предупредил, когда дети уходили на каникулы. А должен был. Значит так, первое. Значит, если вы сейчас уведомление о реорганизации вы не подписываете, значит, я повторно приглашаю вас завтра на 19 часов. Никто не заставляет. Ну, отказываемся все. И вы за всех не отказывайте. И, значит, я эти уведомления почтой, заказной почтой рассылаю вам по адресу. Вот и все. Это что, страх, что ли? Вы можете сказать. Я не понимаю. Но вы не хотите даже почитать. Содержание. Мы знаем содержание. Все. Нам предлагается перевести в такую-то, что? В такую-то школу в связи с реорганизацией. Что мы не знаем? Потому что школа здесь скажете? Нет уже. 34-я школа присоединяется к 6-й реорганизации. Из кармана в карман денежки положить. Нет, не понимаю. Почему ее здесь нет? Нет, в этом процессе реорганизации не завершено. Не завершен процесс. Что вам даст эта заказная отправка? Ну хорошо, я получу заказную. Ну подождите, все остальные тоже, наверное, надо послушать. Что ж вы все это самое переделаете? Мы подольше живем и побольше знаем. Вот поэтому мы родители молодые. До 1 сентября. Они уехали. До 1 сентября. Я согласен, а может не согласен. А вы не обязаны сохранить были школу как директор? Ну понятно. Ну не мое это решение, что вы мне такие вопросы задаете? Его давят, его заставляют. Подписано постановление Я, кстати, вам не обязан. Ни разу не брыкнулся. Кем подписано? Барановым подписано. Баранов, исполняющий полномочия городского главы. Вот его обжалуют. Дмитрий, Баранов... Надо выбрать председателя и секретаря. Члены Совета общины «Золотая долина» 20 августа 2014 года присутствовали 21 человек. Я не знаю, может быть, я...
что-то неправильно посчитала. Повестка дня о реорганизации школы номер 4 города Калуги. На собрании явились Лыткин, я не стала их имена, там понятно, кто они. И Реброва, однако, к собравшимся в аудитории номер 2. Целых 36, господи. Реброва, а Боброва? А я Реброва написала. Боброва, да? Боброва. Значит, я Реброва. Ну, 21. Однако, к собравшимся в аудитории номер 2, 6-й представители управления образования не вышли. Директор школы Сенчев предложил родителям по одному зайти в его кабинет и подписать согласие на перевод детей. Родители категорически отказались выполнить данную просьбу. Что еще писать? Постановление не показали, не прочитали. Не знакомили. Ну, нужно обязательно указать, что они грозятся на дату приглашать. Школы может быть. Но мы просто ее не признаем из-за упущенных сроков. А то будет 4. Вы поднимаете руки. Что вы будете учить нас? Я приду, я здесь рядом. Я не знаю, что ваш руководитель, как вы не придете. Мы за вами-то придем. Приходите. Учились с нами, учились. Тогда единоглас. Я пишу единоглас. Кто против, поднимите руку. Против нет. Воздержался? Нет. Значит, я пишу. Принято единогласное решение. А секретарь кто? Ну давайте вам пишите секретарь. Поможу. Я не знаю, как будете носить нам сухари.